Зампред областного правительства Михаил Горемыко посетил прибывших в Саратов беженцев. Напомню, 99 граждан Украины, которые организованно прибыли в наш регион, разместили в центрах соцзащиты. Так, в учреждении Ленинского района поселили 21 беженца, в том числе 11 детей. Для них специально подготовили детские кровати и оборудовали игровую комнату. Также для постояльцев, как взрослых, так и маленьких, организовано питание. По словам чиновника, в центре для беженцев есть все необходимое. Кроме того, власти организуют помощь в сборе необходимых документов для регистрации и трудоустройства. Тем временем в регионе количество граждан соседнего государства, прибывших как организованно, так и самостоятельно, уже около 3000. И эта цифра, по словам чиновников, возможно, будет только увеличиваться. Безусловно, прогноз развития ситуации такой, что количество граждан Украины, которые прибывают в разные регионы России, в том числе и в Саратовскую область, будет возрастать. Для этого мы готовим соответствующие места для временного размещения. Но еще раз говорю, то есть это промежуточный этап. Основным, конечно, является помочь людям жизни обустроиться для того, чтобы уже полноценно проживать на территории региона, если они принимают такое решение.